Здравствуйте, с вами Сварог Агро. Сегодня мы находимся в село Дубово Синельниковского района. У нашего фермера, постоянного покупателя, аграрная компания 74. На данном поле посеяна пшеница Пылыпивка. Первая репродукция посеяна. За год до этого фермер покупал у нас элиту, сам вырастил посевной материал. И вот здесь посеял первую репродукцию. По полю, что хочется сказать. Поле первый раз здесь работает наш фермер. До этого, как говорят местные жители, кроме подсолнечника, поле ничего не бачило. Посев производился по классической технологии. Убрали подсолнечник, дисковка. Вносилось 50 кг амафоса, формула 1046. Посев был экспериментальный. Хотел посмотреть фермер состояние кустистости, поэтому норма высева была 3 миллиона зерен на гектар. Весной у нас вносилось, по мерзлоталам было внесение селитры 120 кг и 100 кг карбамида. Обработка гербицидная была половина нормы гербицида дисулам, половина нормы гербицида гренадер. По флаговому листу носила 7 кг карбамида, фунгицид и инсектицид. Что мы видим? Гербициды сработали хорошо, болезней, вредителей нет. Хотелось бы более подробно остановиться на данном сорте. Пылыпивка. Это один из новых улучшенных сортов, выведенных на базе Одеска 267. Был такой популярный сорт. В чем его особенность? В отличие от сортов интенсивного типа, пылыпивка менее чувствительна к смещению сроков посева. В частности, на данном поле посев производился 25 сентября. Сейчас у нас середина июня. Вы можете оценить степень созревания пшеницы. Уборка здесь запланирована на начало июля, где-то через 3 недели. Еще одной особенностью данного сорта является ее то, что это сильная пшеница, и она, можно сказать, неприхотливая. Она хорошо, отлично себя ведет по непаровым предшественникам. В прошлом году Николай Григорьевич в среднем убрал 48 центнер с гектара. Ну, я считаю, это хорошие показатели, учитывая, что данный сорт пользуется популярностью в конце сезона. Его так и сеют по подсолнечнику со смещенными сроками посева. Обратите внимание также на чистоту сорта. Здесь первая репродукция, выскочек нет. Посевной материал у нас всегда наилучшего качества. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал Сварог Агро. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. У нас большой ассортимент посевного материала, пшеницы, ячменя, тритикали. По всем сортам мы постараемся снять обзор в поле, как это выглядит реально, наши семена. Ну и также по телефонам, указанным внизу экрана, вы можете получить любую консультацию агронома. Звоните, подписывайтесь, до новых встреч!